Сегодня в 1:00 ночи у наших соседей на востоке, в Тюмени, у подъезда одной из высоток на улице Федюнинского, двум полицейским пришлось жестко крепануть, притом не без активного соучастия 4 крепких местных мужиков, предполагаемого сексуального насильника, в карманах которого стражи порядка обнаружили упаковку презервативов, смазку для интима и шприцы. Об этом порталу 72.ru сообщила одна из местных жительниц Эльвира, которой накануне, как и ее 14-летняя дочь, едва не стали жертвами извращенца 46 лет от роду. Жители дома утверждают, что подозрительный мужик выслеживал в подъезде, у лифта и в лифте одиноких женщин и девочек. По словам Эльвиры, мужчина стоял у подъезда и вместе с ее дочерью зашел в дом. Выспрашивал у девочки, сколько той лет. И, получив ответ, по словам матери, заявил, дескать, она такая красивая. Далее цитата. «Приходи ко мне домой, или, если хочешь, давай погуляем». Конец цитаты. Девочка по громкой связи набрала маму и заходить в лифт со странным мужчиной не решилась. А ее родительница в волнениях написала в группу о приставучем незнакомце. На ее призыв откликнулись 4 девушки. Одна из них сообщила о том, что мужчина, похожий по описанию, целый месяц ее преследовал, каким-то образом через таксиста, подвозившего барышню, узнал номер ее телефона. По словам молодой женщины, муж с братом позже догнали приставалу на улице, и тот в ответ на их расспросы заявил, он, дескать, знакомится с девушками. Что тут такого? Эльвиру он выслеживал до квартиры, катаясь на лифте туда и сюда. На этот раз то ли сексуальный насильник, то ли неудачный любовник, то ли вообще педофил не смог улизнуть незамеченным. При задержании он пытался оттолкнуть полицейского и удрать, но страж порядка завалил наглеца в снег, и тот отчаянно сопротивлялся и пинался. Но сейчас полицейские выясняют его личность и странное, если не сказать хуже, поведение.